Всем привет! Давно меня не было видно. Меня зовут Александр, мы занимаемся ремонтом квартир в Калининграде и приморских городах Светлогорск, Зеленоградск, Пионерск. Хочу рассказать, что мы сделали на данном объекте. Он находится в Отрадном, возле Светлогорска. Мы здесь потолки не делаем, будет делать ребята, знакомые заказчика. Здесь возвели перегородку, сделали гардеробное помещение, гардероб. Здесь также будет установлена после стиральная машинка отдельно. Здесь люди потом сделают полки. На полу у нас уложена плитка. На кухне мы сделали фартук из плитки. Выдержали здесь 90 градусов, здесь 90 градусов. Примыкание шкафов и столешницы было нормально. Также здесь было от застройщика выведено подключение батареи из пола, мы выделили из стены. Обратите внимание, примыкание пола сделали без плинтуса, засиликонили, чтобы не трещало. На балконе у нас плитка. Электротехнические работы мы делали частично, привязывались к проводке от застройщика. Пойдемте в комнату посмотрим. В комнате у нас сделана вагонка по длине комнаты, покрашена синим оттенком, но этот цвет заказчик выбирал. Также на стенах декоративка, радиатор панельный поставили, это переделали мы. Двери монтировали мы, наш монтажник. Двери с магазина Profil Doors на московском, пойдемте в ванну посмотрим. В санузле мы делали трап в строительном исполнении, то есть вода сливается сразу в канализацию с пола. Под плиткой у нас гидроизоляция, по периметру сделана лента, уклон сантиметр почти на 1,10 м. Унитазные инсталляции, умывальник на столешнице. Здесь сделали единую стену, полотенцесушитель черный, ну и плитка тоже в серых тонах. Повторюсь, потолки будут делать ребята-застройщики. Потом хочу попросить, чтобы снять видео, когда смонтируют кухню и потолки, как смотрится эта квартира. Все, всем пока, удачи, добра.